Сбежавшие из осажденного Мариуполя жители прибывают во Львов, уставшие, но с чувством облегчения. Этот поезд проделал путь через полстраны из Запорожья в 220 километрах от Мариуполя. В общей сложности 10 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома на Украине. Некоторые из них только начинают свое вынужденное путешествие, как, например, эти эвакуированные жители из украинского села Бобрик под Киевом. Колонна машин с ними прибыла в Бровары, город к востоку от столицы. Всего около 1600 человек, в том числе 843 ребенка. Эти оккупанты ездят, как будто они у себя дома. Надоели. Мы не могли готовить, не было воды, света. Было очень тяжело, конечно. И так мы сидели неделю. Много детей прибывают во Львовскую область в шаге от того, чтобы покинуть свою страну без родителей или опекунов. Чешская неправительственная организация забрала часть из них на украинской стороне сухопутной границы с Польшей – Корчево-Краковец. Из детского дома в Житомирской области были эвакуированы более 40 сирот, среди которых 3 тяжело больных ребенка. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Украину покинули 3 миллиона 380 тысяч человек. Большинство из них бежали в соседние Польшу, Румынию или Молдавию. Германия приняла более 200 тысяч украинцев. Там, в недавно закрытом аэропорту Тегель в Берлине, открыт центр приема для тех, кто бежит от конфликта.